Шикарный крупноцвет. Монинг Дрезден. Цветочки просто огромные. Белые. Обычно они с голубым кантом, с обводочкой. Когда сильно жарко, становятся совсем белыми. Цветения обильные. Куст достаточно таки высокий. Сейчас померим. Цветочки доходят так, ну вот 7,5 сантиметров. И то это уже не первые цветы, то есть первые обычно гораздо крупнее. Семь с половиной сантиметров. Цветение продолжительное у них. Вот такие. Красивым рисунком цветы. Даже белый он. Красив, конечно, голубая водочка ему добавляет красоты. Ну, очень крупный красавец.